второе отделение нашего спектакля. Thank you.
увлекающим сном с предрассветной земли, чуть коснется, быть может, как отцвет сновидений, на склон своим палец забытой любви. И опять миражи увлекут в нереальность, гостью бренных песков, затмевая рассвет, заблудившимся миром, где правит дуальность, после тьмы по закону.
дыхание, которое вот здесь вот видно, украшается внутри, и я думаю, что и внешне это будет скоро выглядеть как какой-то цветник, потому что, вы знаете, мозг дает какую-то энергию такого красивых цветов. Я очень благодарен, что сегодня мы могли здесь выступить, и я думаю, что наш театр будет продолжаться. 27 сентября мы планируем уже новые спектакли, это будут другие темы, и 29. Это будет совсем новое, и, конечно же, Ростовский Василий Павлович, который является директором, это услышал нас, увидел, и мне очень приятно, потому что мы этот концерт тоже были ему. Я хочу поблагодарить своих прекрасных помощников. Это Игорь Диденко и Олег Белобородов, которые сегодня сделали то, чего не умеют делать я, но делают они. Пожалуйста, ребята, чтобы вам долго спасибо. Чтобы сегодня вы услышали, увидели и почувствовали, что есть такие сильные таланты, такие красивые люди. И поэтому сегодняшние наши вот эти исполнители, которые были здесь, это и Елена Милана. А это у нас много Елена. Елена Седова, она представляет, скажем, ту поэзию, которую аплодировали. Елена Милана, она аплодировала, которая прошла школу Архиповой. И у нас прекрасная сегодня группа была, которая именно пластическая группа, они все, ну, скажем, доставляли вам сегодня удовольствие. Ну, я стараюсь, что вы все красивые, такие прекрасные женщины, и я думаю, что у нас будет увеличиваться и состав нашего театра. Ну, а сегодня аплодисменты им. Добрый и хороший. Спасибо.